аварийная остановка у нас. Ехали с Гатчины в Петербург вдоль железной дороги, да, Артемка? И вот заряд аккумулятора у нас кончился. Да, Артемка? Вон мы оттуда ехали. Вон оттуда. Да. Вот у нас такая вот остановка получилась. Ну, немножечко еще вроде двигается. На последних остатках заряда. На последних остатках заряда едет наша машина. Вот, ну, мы так неплохо проехали. Далеко. Пару раз переносили ее через железную дорогу, чтобы ехать по тропинке. И вот так вот нормально. Нормально. Вот. Ну, теперь все. Теперь на буксире поедем обратно.